Меня зовут Стас, я приветствую всех на канале Чок-Чок. Сегодня выбрались с Мишей на нашу лужайку пострелять по мишеням. Значит, отметки у нас 20 метров, 35 и 50. Сегодня контрольный отстрел, значит, предпусковой, так я его называю, значит, перед оптовой партией. Устройство Benelli Crea Plus. С производства нам прислали по 2 штуки каждого. Тут у нас несколько боксов. И они так вот прислали все это дело, как говорится, чтобы мы, то есть это уже качество оптовой партии, какая будет. То есть их отсверлили по 2 штуки для того, чтобы мы финально отстреляли, чтобы уже в опт запускать и сверлить там 1000-1200 единиц. Сейчас примем решение точно, сколько будем отсверливать. Вот, значит. Поэтому сегодня будем отстреливать на коротке 5-3-1-0, самые часто используемые дроби, для того, чтобы понять, как работает шорт, мид, лонг, супер лонг вот именно в финальном виде, значит, нашей системы торнадо. Ну и заодно и для вас там запилим видосик, будет интересно, посмотрите. Так что наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее, берите печеньки, пирожки, пряники и погнали. Смотрите, это у нас отметка 20 метров. Сейчас я пройду 5 метров вперед, 5 метров назад, 2 мишени. В левую с пятнашки стрельну, в правую с 25. И посмотрим, как работает шорт-рейндж на близких дистанциях и средних дистанциях в районе 25 метров. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот у нас, по сути, имитация 15-метровой дистанции. И имитация 25-метровой дистанции, то у нас отсюда же раз, два, три, четыре, пять. На лайки сегодня, просто для производства сказать, что нам все нравится. Пойдемте. Так, ну смотрите, это у нас дистанция 15 метров по диаметру центр боя. То есть вот у нас центр боя, соответственно. Я считаю, ну что еще нужно? Это 15 метров. По диаметру, если осыпи мы будем судить по выстрелу, то у нас 70 сантиметров, вот я показываю, 70 сантиметров на 15 метров, по большому счету, на бесконтейнерной пятерке фетеровской особь. Я, по-моему, даже не объявил, да? Я стрелял пятерка фетер без контейнера. Ну, вы знаете, что мы в основном фетером стреляем БК и контейнер. Ну, в вашем случае, ваш интерпретация контейнер вообще это пыш с изоляционной оболочкой, правильно сказать. Да вообще все просто идеально. Я почему не стал заморачиваться на линейке торнадо со скитом, потому что мы шорт-рейндж, в шорт-рейнже объединили возможности скита, возможности шорт, если, допустим, брать аналоги анаконда американские, да, здесь просто вот все объединено. Мы добавили сюда просто на наш шорт, добавили чуть больше сгущения на центр, то есть ушли от равномерного распределения, но при этом достаточно наполнили фронты. Соответственно, у нас шорт может стрелять так же широко, как скит, но с небольшим наполнением для того, чтобы работать и на дальней дистанции. Получилось, что торнадо шорт-рейндж, он может включать в себе бой как анаконда скит и анаконда шорт-рейндж. Если, допустим, раньше нужно было покупать 2 американских устройства, теперь можно взять одно русское. Почему? Потому что наша система, она не дублирует американскую анаконду. Это совершенно заново просчитанная система с совершенно разными нагрузками внутриконусными, там, нагрузками пневматической части внутри пневматической системы. То есть я пересчитывал все заново вообще. Поэтому, как говорится, прошу любить и жаловать. И переходим к дистанции 25 метров. Здесь уже мы ушли под 80, то есть ширина 80 сантиметров листа, и по большому счету это как раз вот и ширина
боя этого устройства, так вот еще один. Соответственно, смотрим разницу между 15 и 25 метров. 15-25 метров. Заметьте, что при всей достигнутой ширине боя на 15 метров у нас на 25 особо-то шире и не ушло. То есть я сделал так, чтобы на близкой дистанции, то есть на выходе снаряда, у нас было максимальное расширение, да, чтобы он мог работать как любой скит. И в то же время выход, значит, из, соответственно, значит, снопа по дробинам на дистанциях более дальних, он просто-напросто сразу меняется, и то есть за пределами 15 метров угол выхода он становится меньше. Почему, чем это достигнуто, объясню. Это не то, что у нас изначально вот так вот широко идет, а потом вдруг пошло, изменился угол. Нет, у нас просто центр сил мы расширили, и соответственно, если он на ските, он идет центр сил вот так и идет сюда, то здесь центр сил вот так и идет сюда. Соответственно, по скиту, это за 15, вот 15 метров, к примеру, дистанция, вот по скиту за 15 метров у нас идет сильное расширение сразу. Здесь центр сил сам расширен, поэтому мы получаем изначально более широкий сноп на 15 метров и при этом меньше угол выхода на 25 метров и далее. То есть вы должны понимать, что один из 12 самых важных факторов, который влияет на кучность либо на ширину боя, это именно показатели характеристик центра сил и, значит, сама геометрия центра сил. Поэтому в любом случае, то есть здесь просто было досчитаны те недоработки, которые допустила в своем времени другая компания, которая это все считала. Но они почему это? Они не то чтобы допустили эти ошибки, это даже не ошибки. Они просто сделали так, чтобы люди покупали и скит, и шорт. То есть со стороны маркетинга это более правильное решение. И они все правильно посчитали. То есть прошу понять меня правильно, то есть это не ошибка. Это именно правильный расчет на то, что человек купит и шорт, и скит. Для доступа к Чок-Чок премиум переходим по ссылке в описании. Нажимаем на нее и переходим на наш платный канал на Boosty. Для доступа к видео нажимаем на кнопку регистрации или входа. Выбираем удобный способ войти через аккаунты предложенных площадок. Или по номеру телефона. Вводим свой номер и полученный смс-код подтверждения. Вводим любое имя и жмем «Завершить регистрацию». Теперь у вас есть аккаунт на Boosty, но видео пока недоступны. Для доступа к лекциям покупаем подписку. Нажимаем «Подписаться» и выбираем срок, на который хотим получить доступ к каналу. Нажимаем «Купить» и выбираем банковскую карту. Вводим данные, жмем «Оплатить» и подтверждаем платеж. Теперь вы можете смотреть наши обучающие ролики и еженедельно увеличивать свои знания и навыки. То есть мы решили сэкономить деньги наших пользователей и объединить в нашем шорт-рейнже возможности скит и шорт в аналогах американского производства. И, собственно говоря, здесь вы можете это все увидеть. Это уже вот непосредственно образцы, которые пойдут в продажу. То есть это непосредственно уже то качество, которое будет поступать к вам. Так, ну все, меняем, значит, мишени. Идем сейчас на дистанцию 35 метров. И уже... ну давайте еще, знаете, еще на 15 и 25 шортом стрельнем с тройки, не контейнерной. То есть с ПЖОМ БИО, для того, чтобы нам, значит, понимать, как вот будет работать еще троечка на близких дистанциях. Это будет всем полезно тоже посмотреть. Также вот фетеровская тройка, не контейнерная. Это 20 метров, соответственно, мы стреляем плюс 5, минус 5 метров. Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас 15 метров. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас 25 метров.
Так, ну смотрим. Заметьте сразу, что у нашей линейки Торнадо в технические особенности, в характеристике линейки заложено, что более крупные боеприпасы, более крупные номера дроби, соответственно, они будут стрелять чуть кучнее, чем более мелкие номера дроби. Поэтому троечка у нас, сейчас мы замерим, отстрелялась вот таким вот макаром. То есть у нас получается, по сути, на 5 сантиметров она отстрелялась туже, чем, ну, на 25 метров туже, чем пятерка. То есть пятерка на 5 сантиметров, ну, она примерно вот так вот, то есть я должен был округлить, она вот так вот у нас в край листа уходила. То есть, соответственно, у нас по 25 метров, значит, примерно 5 сантиметров разницы, и по 15 метрам у нас, если мы замерим, то есть... Вот, видите, 65 сантиметров, соответственно, диаметр. То есть у нас получается, что на 15 метров 5 сантиметров разница, и на 25 метров 5 сантиметров разница. То есть более тугой бой, что дает, в принципе, нам возможность более полноценно сам центр боя, то есть наполнить, значит, пространство центра боя наполнить прожащим элементом. Здесь то же самое. Вы можете это наблюдать, поэтому и Александр Дружинин на своем канале «Да, охотник», он вам говорит, что для него самое его универсальное устройство, которое из всей линейки Торнадо он заценил, это Торнадо Short Range. Потому что, ну, по большому счету, сейчас отстрелить будем и все поймете. То есть Short, Mid, но это реально для вас будут самые основные, потому что Long, Super Long, ну, это я вообще не понимаю, куда, ну... Это на какие дистанции надо стрелять, чтобы ими пользоваться. То есть, потому что лонг и суперлонг у нас способны на 20 метров, 25 просто взорвать вашу утку или гуся. То есть это надо учитывать. Никогда не приходите к излишней концентрации, значит, вашего сыпучего снаряда. Потому мы вам это уже доносим до вас более 3 лет. Всегда пользуйтесь шириной боя, вам просто будет легче попадать, меньше выцеливать, и будут более увлекательными ваши охоты. Прислушайтесь к этому совету, и вы сами поймете, что мы вам что попало, никогда не посоветуем. Я просто хочу дать вам совет, очень внимательно отнестись к тому, что Long Super Long очень кучное устройство, и их нужно именно с пониманием дела использовать, потому что на близких дистанциях будет достаточно сложно попадать. Вы должны прям четко для себя понимать, что все, что стреляет на 50 и дальше, до 20 метров летит практически пулей. Поэтому и многие из вас как совершенствуются в своих гусиных охотах, да? Первый год, два, три вы стреляете полным чоком, потом год, два вы стреляете, то есть четвертый, пятый год после этих трех лет вы стреляете 0,75. А шестой, седьмой, восьмой год примерно вы стреляете получоком, а потом можете вообще в 0,25 уйти, да? Просто почему? Да потому что вы все больше и больше понимаете с практикой, да, что излишняя кучность не нужна. Нужно добывать гуся и утку не кучностью, а плотностью покрытия пространства. А что у нас включает в плотность покрытия пространства? Мы с вами уже 30 раз это проходили. Это не только вот кучность на бумаге, это длина снопа. То есть, вот если у вас, допустим, на штатном чоке на 35 метров, длина снопа будет порядка 4,5-5,5 метра, то на Торнадо, либо на другой какой-то системе пневматической, это будет от 1,2 метра до 1,5 метра. Соответственно, у вас за счет того, что дробь менее растянута в пространстве, вам уже не нужно достигать кучности. У вас, когда предмет охоты заходит в этот сноп, он атакуется большим количеством дробин, потому что здесь это будет вот так прям растянуто. И поэтому вам нужно наполнять именно центр боя, соблюдать больше кучность. На системных дульных устройствах, то есть тем более пневматических, как наша система Торнадо, это в принципе не нужно, лишняя кучность. Она за счет короткого снопа будет поражать гуся и утку, там без разницы, зайца, не зайца, там хоть кого. Ну, значительно лучше.
Вот это вот учтите просто в эксплуатации линеек пневматических систем, и вам будет все понятно. Да и не только пневматические, любые системные дульные устройства, они работают по этому принципу. Поэтому здесь нужно просто четко это осознавать, и тогда вы будете более правильно настраивать ваши оружейные системы и получать больше удовольствия от ваших охот. Идем дальше. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации на YouTube, продолжение проекта возможно только с вашей помощью. Те видео, которые вы смотрите, это работа оператора, монтажера, автора, редактора. Мы просим вашей поддержки и помощи. Даже 50 рублей – это весомый вклад. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Так, ну и теперь несколько слов о универсализации. К примеру, если вы стреляете этим устройством Торнадо Short Range на дистанции от 10 до 35 метров, вы используете бесконтейнерные боеприпасы. Если вы хотите использовать его с 12-40, к примеру, да, то лучше перейти на контейнерный боеприпас. Давайте поэтому сейчас мы стрельнем пятерка фетр в контейнере. То есть я на 35 метров сейчас стою. И тройка фетр в контейнере. Соответственно, вы посмотрите, как в диапазоне 35 метров будет работать контейнерный боеприпас. Так, ну смотрим. Во-первых, здесь, что хочу сказать. Ну, если вы заметили, да, то для 35 метров устройство бьет офигенно широко. Но я чуть обнизил, то есть у нас вот он прошел сноб. Соответственно, вот у нас центр боя, то есть у нас вот так вот он прошел, по сути, вот так. И вот он центр боя. То есть я считаю, вообще офигенно. Да, и особенно если вы, даже если вы хорошо стреляете, зачем лишняя кучность? Вот у вас достаточно хорошо наполненные фронты, офигенно наполненный центр. Что еще надо? Ну, для чего она, эта вся дробь должна прийти там в маленький круг? Это пятерка, 205 дробин возможных. Все вообще четко. Мишень покрывает просто сумасшедшим образом. Ну, для тех, кто понимает, то есть это идеальный бой, это то лучшее, что вы можете получить 32-граммового контейнерного боеприпаса на 35 метров в выстрелах по утке. И вы сами это все знаете. По поводу троечки. Ну, ситуация немножко тоже такая же. То есть, вот он центр боя. Сейчас я это... Я просто давно, несколько дней не стрелял. Сегодня первый день, как бы, вот мы пришли. А, нет, вот он у нас центр боя. Так, ну, здесь как бы с центрами все четко. Промаха никакого не было. Троечка распределена по мишени, я считаю, офигенно. Что еще надо? Все четко прям, просто. Кстати, вот еще две не обнулил. Вот. И вот еще не обнулил две штучки. То есть Short Range, вот он у нас... Вот еще. Что-то, видать, оттеняло солнце, не видел. Вот еще, если видите. То есть Short Range, он сделан нами просто идеально универсальным устройством. Вы можете им охотиться вот контейнерными боеприпасами. Диапазон средних расчетов это 12-40 в критических значениях. Давайте писать. То есть БК у нас от 10 до 35 метров по этому устройству. И, значит, с изоляционной оболочкой боеприпасы, ну, по-вашему, в простонародье контейнерные, 12-40. Все, то есть вот это вот его прямое назначение. И он вас, я вам говорю, прям порадует на ваших охотах. Это просто вообще, ну, мы рассчитывали наше устройство. Вы, кстати, заметьте, что у нас на производстве контроль качества происходит после каждой какой-то операции. Вот даже вот перед тем, как линейка выходит в опт, мы сначала отсверлим 8 устройств, то есть 2 шорт, 2 мид, 2 лонг, 2 супер лонг.
И то при этом мы шорт отдельно отстреливаем, мид отдельно, лонг отдельно, суперлонг отдельно. То есть по два устройства отстреливаем для того, чтобы даже усреднить показатели двух устройств из опта, чтобы понимать, как именно будет работать в оптовом исполнении наше устройство. То есть надо понимать, что геометрия одна и та же, что у тестовых устройств, что у оптовых устройств, просто станки разные. А геометрия, все размеры, свойства системы, все идеально одинаково. Именно поэтому вам и хотим показать, что то, что мы отстреливали на тесты вам показывали, то есть при переходе на оптовое качество, то есть ничего не меняется, все работает в заданных режимах. И опять же, прошу отдельно понять тот факт, что все системные дульные устройства, они требуют обкатки. А это самые первые выстрелы. То есть вот это устройство, оно сделало 6, при вас 6 первых своих выстрелов. И оно уже работает в заданном диапазоне, и показатели просто вот сумасшедшие вообще. Ничего прям больше не надо. Поэтому торнадо рулит. Идем дальше. Тестируем однерочку. Ну, единица, дробь единица. Так, два разных патрона беру. Значит, главпатрон и фетр 36 грамм в контейнере. Ну, поскольку стреляем 35 метров, то вы должны понимать, что мы вам уже показываем боеприпасы в изоляционной оболочке, то есть в стаканчике будет дробь. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, как он будет работать в диапазоне уже 12-40. По дистанции, соответственно, 35 метров. Оба боеприпаса загружаем. Так, 66 дробин. Но я что-то, елки-палки, сегодня косой глаз, стреляя чуть правее мишени. То есть вот так вот сноп прошел, вот так. И там вот потеряли мы остатки дробин. Ну ничего страшного. То есть вот у нас центр боя, вот у нас фронты. Вопросов никаких вообще нету. Это вот был фетр 36 грамм в контейнере. И смотрим ГПшку. Семьдесят восемь дробин из 87 возможных. Вот ГП, я, видите, центром прям выстрелил, и оно прям видно, что зашло прям ништяк вообще. То есть здесь просто центр смещен. Если бы я вот сюда центром стрельнул, дробь бы поднял, вывел бы. Ну, то же самое бы и было. По большому счету наполнение практически одинаковое. А вот еще одна дробинка. Ну, там 79 можно зачесть. То еще хочу сказать другими словами, до 40 метров, как минимум, на 36 грамм контейнерной однерки шорт будет выбивать вашего гуся только в путь. А те, кто реально охотятся на гуся, то вы знаете, что эта особь работает до полтинника, как минимум. Александр Дружинин у себя на канале уже выложил видео, где он охотится именно с торнадо шорт рейндж на бинели. У него там мобилчок, здесь бинели Криоплюс, сверловка. Вот, используя патроны, значит, 40 грамм самозарядные, вот, он, в принципе, даже до 60 тянется. То есть у него гуси от 12, там, от 10-12 метров до 60, все просто падает. И все это запечатлено на видео, вы можете пройти посмотреть. То есть там конкретно вот он делал анализ именно в боевых условиях, то есть так, как это будет у вас. Он именно все это тестировал. Причем он не самый лучший стрелок. Вы многие это знаете. То есть с гладкого он, ну, не так хорошо стреляет. Вот. И при этом у него с налета по 4 гуся падает. Поэтому шорт разработан просто идеально, я считаю. Что еще нужно? Просто кайф. Идем дальше. Переходим к дроби номер 0. Я взял Сибирь 0,35 грамм. И взял фетр 0,40. В левую мишень стрельнем 35 грамм на 35 метров.
И отойдем на 40 метров на критическую дистанцию, стрельнем фетр 0. Ну что, погнали, ребят? И идем. Вот они у нас получается 40 метров. Стреляем. Так, вот смотрите, на 40 грамм и 40 метров, то есть вот это у нас выстрел 40 метров, это у нас выстрел 35 метров. На 35 метров, на 35 грамм он выдал 62. С учетом того, что у нас 77 это общее количество, то есть это 80%, он выдал из 77 возможных дробин на 35 метров вот с такой плотностью. То есть вот у меня центр боя, опять, я не пойму, что сегодня у меня чуть левее оружие бьет, я что-то не понял, как я сегодня целюсь, оттеняет что ли так мне сегодня. Но тем не менее, значит, выстрел прошел вот так вот, сноп, вот тут маленько зашел. Офигенно вообще. Что еще надо? Это шорт-рейндж 0,125 конус, вообще никакой. То есть концентрация происходит чисто за счет работы системы торнадо. Чтобы вы понимали, не за счет конуса вообще практически. Конус тут не участвует в этом. Вернее, он участвует, но это процентов 30-40 всего участия. Все остальное делает система, предстабилизационная часть. То есть те самые системные наработки, которые присутствуют в линейке торнадо и помогают ей работать. Это у нас 40 метров. Возможное количество дробин 88 единиц. Нулевочки, 88 дробин 0. При этом на 40 метров покрыт, офигенно просто покрыт лист. Вот он у нас примерно сам центр, то есть вот сюда я стрелял. И соответственно 58 из 88 возможных, это 75% примерно, то есть пришлось на лист. Как сами видите, то есть из расчета, вот еще, кстати, дробина не отмечена. 59 дробин. Как сами... А, вот еще одна. Ёлки-палки, не все отметил. 60 дробин пришло в видимую часть листа. Ну и сами понимаете, то есть... Вот эта особь, она будет работать на 40 грамм и 50, и даже до 60. И все ваши гуси будут падать радостные и умирать еще в полете, я вам говорю. То есть вот это наши будни, то мы, собственно говоря, каждую линейку, которую мы производим, мы ее вот так вот на каждом этапе отстреливаем, чтобы прям, ну, конкретно за качество, чтобы разговор всегда шел только в добром направлении, чтобы все знали, что мы контролируем каждый аспект нашей деятельности. Такие вот дела. Погнали дальше. Так, ну давайте еще картечь стрельнем, чтобы уже до конца быть спокойными. По всем основным направлениям эксплуатации. 6,2 фетр в левую мишень, 38 грамм. 8,5 фетр, 42 грамма. Ну и, как я вам уже говорил, чем крупнее снаряд, тем кучнее работает. Тут 14 у нас получается картечен из, по-моему, 22 возможных. Достаточно для того, чтобы поразить. То есть вот я вот сюда стрелял в предполагаемую козу. И сами понимаете, что предполагаемой козе за глаза. Если бы коза бежала и могла бы находиться ниже, к примеру, или на прыжке, выше, то она была бы поражена. Поэтому поражайте свою дичь, пускай она будет всегда пораженная работой ваших устройств. Ну и соответственно, здесь у нас из 12 возможных картечин пришло 10.
И, соответственно, если вам надо стрелять далеко и кучнее, то логичнее, во-первых, перейти на более крупную картечь, потому что она лучше сохраняет скорость в пространстве. И на дистанциях 60-70 метров картечь 8,5 будет иметь большую скорость и, соответственно, раневую баллистику выше, чем 6,2. И при этом вы сами видите, что творится при выстреле. То есть, соответственно, если бы вы стреляли в козу на далеком расстоянии, то ей бы точно так же хватило, потому что картечь 8,5 стреляет кучнее, чем 6,2. Что, собственно говоря, и логично в ваших необходимостях по вашим стрелковым задачам. Коза от 2-3 дробин, картечин 6,2 ложится легко. Соответственно, тут с лихвой прилетает сколько надо. Ну и, соответственно, козе хватает от 2, а то и одной порой дробине, чтобы она, именно картечина, 8,5, чтобы она легла. По крайней мере, легла и уже никуда не бежала. А вот такое количество дробин, когда в нее прилетит, она ляжет просто радостная на месте и умрет. Я считаю, что по шорт-рейнджу, значит, производственный отстрел закончен. Все, что мне нужно было, я посмотрел. Устройство работает идеально. Ну, а мы с вами приступаем к миду, а эту серию заканчиваем. Покупайте наше устройство. Телефон мой знаете. На сайте у нас они уже тоже есть. Линейка Benelli Crea Plus. Сегодня у нас 9 число сентября, сентябрь месяца. Значит, линейка Benelli Crea Plus пойдет в производство в течение 3-5 дней, поскольку как только металл сейчас подойдет на производство. И, соответственно, я думаю, что в начале следующего месяца уже партия будет отсверлена. Ну, там звоните, узнавайте. Там уже уточню все. Ну, а так вообще все четко, сами все видели. Всем пока.